upstairs. Твой отец будет есть в своем офисе. Хорошо. Ешь со мной. Эй, цветочки, это ваша девочка Маринет. Один час хожу по Парижу как супермодель. Делаем детское платье мечты на протяжении 4 часов. Делаем традиционные китайские наряды. Делаем новые дизайны для кошечек. Хочу быть больше, чем друзьями. Кавер. День с Джагедом Стоуном. Официант, двойную порцию молока. А тебе? А ты как думаешь? Маринет, не сейчас, Адри... То есть Лука. Маринет, не сейчас, Лука. Маринет, не сейчас, Лука. Лука, не сейчас, Маринет. Я пошутил. Ты великолепная и добрая. И мы можем попробовать начать все сначала, если хочешь. Я просто хотела узнать, дома ли Джулика. Готова к нашему свиданию, моя леди? Что за... Да что со мной не так? Алло? Леди Баг, мадам, кажется, ваш кот немного перебрал. Опять? Не хочу быть моделью, папа. Я хочу убежать от всего с Леди Баг, завести хомячка и назвать его... A few moments later. Кот, это уже 5-й раз за неделю. Ты мог хотя бы ради приличия закусывать печеньем. Я чувствую себя замурчательно, Леди Баг. Я всегда хотел спросить, твои усики, они настоящие, Багабу? Честно говоря, у меня к тебе тот же вопрос. Воу. Хорошая работа, ребята. Увидимся в следующий раз. Люди сойдут с ума, когда увидят это на Леди Блоге. О нет, я опаздываю. Секретный обход. Стой, стой, стой! Тики, сними трансформацию. Маринет, это Леди Баг. И как я не догадалась об этом раньше? Если бы я догадалась, я смогла бы ее поддержать. Я ужасный друг. Что ты там сказала про Леди Баг? Ваш стакан молока, кот Нуар, сэр. У вас все в порядке, сэр? Сэр? Кис-кис-кис? Леди Баг, постой! Кот, ты забыла свой супершанс, миледи. Мой супершанс? Нет же, вот он у меня. Я про этот супершанс. A few moments later. А что случилось с прошлым котом? Много неудачных шуток. Днем я Адриан Агрест. А что? Просто обычный парень. О, нет. Самой обычной жизнью. Адриан, нет! Но есть кое-что, что обо мне не знает никто. Это знает только один человек. Я Человек-паук. И этот единственный человек в моей жизни. Маринет Дюпен Чен. Свежие новости! Динозавры в Париже! Но, Плак, разве ты не уничтожил всех динозавров? Кажется, моя работа была доделана не до конца. Катаклизм! Так, команда, нам нужен новый план. Да пофиг. Я думаю, мы используем неверный подход. Хорошо. Что же, по-твоему, будет верно? Мы слишком сильно стараемся свести Адриана и Маринет. И это не работает. Я знаю, что Адриан интересуется кое-кем. А она интересуется им. Мы должны попытаться свести Адриана и Леди Баг. С Леди Баг? О, святые круассаны. Это звучит абсолютно нелогично. Ага. И как же это поможет, дружище? К тому же, откуда ты знаешь?
их музыка сердец, бла-бла-бла, и еще куча музыкальных метафор. В общем, поверьте мне, это взаимно. Лады, я в деле. Постой, серьезно? Да, Маринет твоя лучшая подруга. Верно. И она влюблена в Адриана. Определенно. И ты хочешь, чтобы он встречался с Леди Баг? Да. А вы знаете, какого пола будет ребенок? Мы хотим, чтобы это было сюрпризом. Хотя Адриан уверяет, что это будет девочка. Это будет девочка. Ее зовут Эмма, и у нее будут глаза матери. Мы тоже хотим удивить всех. Но мы подумали, что лучше сначала вам узнать о новостях. Я беременна. Мы с Лукой будем родителями. У, Кагами! Я так рада за вас, ребята! Поздравляю! Это же замечательная новость! Наши дети будут почти одного возраста. Добро пожаловать в клуб начинающих родителей. Минуточку. Что ты делаешь, кот? Боже, почему от Леди Баг пахнет новым ароматом духов Адриан? Вам, ребята, нужно испытать нормальную подростковую жизнь с переменами и бунтом. Я точно знаю, с чего начать. Ты уверен, что это необходимо? Я никогда ничего такого не делал с тех пор, как, стал моделью. Просто доверься мне, мое милое дитя. К тому же, у меня большой опыт. A few moments later. Вау! Лука, я... Не благодарите. A few moments later. Ты выглядишь просто великолепно с розовыми волосами. О боже, зеленый цвет так выделяет твои глаза. Мы выглядим, как Космо и Ванда. Просто убейте меня. Так, давайте кое-что проясним. Если вы не будете меня беспокоить, я оставлю вас в живых. Усекли? И это одна из причин, почему я уничтожил ваш вид. Заткнись. Леди Баг. Нет. Отвяжись, ты милый. Я тебя очень люблю. Умри. О боже, это было ужасно. Мой первый поцелуй. Я думаю, Леди Баг и Кот Нуар могут стать прекрасной парой. Какой сарказм слышать это от человека, по вине которого это никогда не случится.